Российские власти ужесточат наказание за непропуск автомобилей скорой помощи. Штраф за такое нарушение составит 80 тысяч рублей. Кроме того, если пациенту скорой причинен тяжкий вред, то невежливому автомобилисту грозит 2 года принудительных работ или ограничение свободы на срок до 3 лет. Если же задержка скорой помощи повлекла смерть больного, водителю будут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет. На данный момент непропуск скорой помощи грозит лишением прав от 1 до 3 месяцев и штрафом в 500 рублей. Подразделение Mercedes AMG в последнее время балуют новинками. В этом месяце немцы уже показали злые 45-е версии в семействе А-класса и теперь явили миру и обновленные паркетники GLC-43 и GLC-43 Coupe. А поскольку минувшей весной модернизированы уже и стандартные версии кроссоверов, и самые заряженные GLC-63, то рестайлинг всего семейства наконец-то логически завершен. Исправленные 43-е от дореформенных версий отличаются радиаторной решеткой с вертикальными прутьями. Ее на Мерседесе называют «панамерикана». Также кроссоверы обзавелись новыми фарами и задними фонарями, измененными бамперами и 4 круглыми выхлопными патрубками. В салоне появился новый руль с приплюснутым ободом и последняя версия интерфейса MBUX. Бензиновая шестерка с двойным надувом развивает на 23 лошадиные силы больше, но максимальный крутящий момент не изменился. Прежней осталась и динамика, и максимальная скорость. В трансмиссии новый 9-ступенчатый автомат и постоянный полный привод. Начало продаж в Европе намечено на осень.